Вот так виден из космоса источник бед, миллиардных убытков и людских мытарств. Эти снимки исландского вулкана сделали российские спутники с высоты 800 километров. В центре мониторинга Земли, куда стекается информация из космоса, вулкан сегодня главный объект наблюдений. Имея те аппараты, которые мы сейчас вот эксплуатируем и принимаем информацию зарубежных аппаратов, мы можем осуществлять мониторинг буквально через каждые 2-3 часа. Смотреть распространение вот этого шлейфа. За неделю здесь собрали галерею вулканических снимков. По ним можно проследить, как развивались события. Эта фотография, сделанная спутником «Метеор», накануне извержения. А это уже снимки со спутника дистанционного зондирования «Ресурс ДК», сделанные 15 апреля. Огромный столб водяного пара. На следующий день этот столб стал полевым. Хорошо виден мощный выброс, хотя над Исландией в тот день было облачно. В начале недели полевое облако потянулось на восток. Длина шлейфа – сотни километров. На изображении шлейф прослеживается где-то на 400-500 километров. Даже на обычном путеводителе исландцы подчеркивают особенность своего острова. Он вулканического происхождения. Огромное темное пятно, которое буквально застилает всю территорию Исландии, застывшая лава прежних извержений. В 18 веке на юге Исландии было извержение Лаки, так называемое. Это оно вошло во все исторические хронологии, геологические. Вот, оно хорошо описано, вот мы там бывали. Это гигантское поле, залитое лавой. Камчатка тоже напоминает Исландию. Здесь насчитывается почти 30 действующих вулканов. Вот сейчас на Шевелуче, на Камчатке, температура воздуха, допустим, 20 градусов, а температура вокруг вулкана или на небольшой глубине 35 плюс. Значит, повышенная термальная активность, она уже свидетельствует о том, что вот какая-то активизация идет. То же самое наблюдается, не то же самое, а близкие вещи на Эльбрусе. И вот этот момент нельзя пропустить. Последний раз Эльбрус извергался почти 2000 лет назад. По оценкам ученых, тогда поток выбросов был настолько мощный, что достигал даже границ современной Астрахани. Но специалисты успокаивают. Сейсмология – молодая наука, но серьезная опасность способна выявить заранее. Хотя чем больше специальных спутников на орбите, тем точнее прогнозы. Усиление активности сейсмической, там какие-то колебания начинают более активно проявляться, можно предсказать, может быть, не с точностью до дня, но в течение недели, в течение месяца. Вот такой вот называется краткосрочный прогноз. В последнее время Земля будто взбунтовалась. То трясет, то забрасывает пылью. Однако исследователи видят и положительную сторону такой активности. Наша планета – живой организм, благодаря которому живем и мы.